ты нас с тобой не спросишь, а надо чего и коги подводить. Сегодня жатва, день благоприятный, что подвести Бог не торопясь, Христовой кровью смыть. Посещает и зимой, и летом, и осенью, и раннюю весной, и вечером, и в час перед рассветом призывает один пора домой. Сегодня жатва, день благоприятный, благоприятный.